Операция «Контрафакт» сейчас проходит на территории всего Приморья. Зачастую в целях наживы предприниматели незаконно используют товарный знак продукции, который продают. На оптовой базе Росбакалея на Фадеева полицейские изъяли такую партию чая «Липтон». В ходе проведенного рейда полицейские выявили факт хранения и реализации чая известной торговой марки с признаками незаконного использования товарного знака. Документы, подтверждающие правомерность приобретения товара и введения его в гражданский оборот, отсутствовали. Чайник «Липтон» был расфасован в коробке по 100 пакетиков и продавался по брендовой цене. Всего изъяли 34 таких коробки товара на общую сумму 5916 рублей. Сотрудниками Управления МВД России по Приморскому краю возбуждено административное производство по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное использование товарного знака». Изъятая чайная продукция направлена на сравнительную экспертизу. Сейчас устанавливают ущерб, причиненный правообладателям незаконными действиями предпринимателя. Криминальное использование товарного знака. За это преступление предусмотрено наказание до 5 лет тюрьмы. Евгения Клепикова, новости на Восьмом.